Рано утром в новостях появилась тревожная новость. Почему нам до этого об этом не говорили, пока неизвестно, ведь прошло уже более 10 дней. Оказывается, в центре Москвы в новогоднюю ночь в аварию попала всем известная российская актриса театра и кино Нина Гогаева. До сих пор она находится в больнице с серьезной травмой ноги, а подруга, которая находилась за рулем автомобиля, находится в реанимации. Как это все произошло, на данный момент знают только сотрудники полиции и родственники актрисы. Ну и те, и другие сохраняют молчание. Скорее всего, пытаются скрыть эту информацию от общественности. Но об этом уже узнали многие. Завтра рано утром, друзья, на нашем канале появится свежий выпуск, в котором будут подробности этой трагедии. Попрошу вас подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить интересные новости. Берегите себя и до скорых встреч, друзья, на нашем канале.